Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опыт супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Просто оставь меня одного. Я медленно паду на дно. Сейчас мне не нужен никто. Разрушил себя, но мне все равно. Оставь меня одного. Я медленно паду на дно. Очень красивое исполнение, да, ребятки? Такое, знаете, миловидное такое, да, ребятки? Нежное. Мелодичное. И миловидное тоже. Угу. Нежное, ребятки, романтичное, да, исполнение. Трек о любви, ребятки, да? Музыка очень красивая, голос очень красивый, голос, ребятки, да? Красиво звучит все так, нежно. Сейчас мне не нужен никто. Прости, что мне все равно. Очень красиво, да, звучит, ребятки. Интересная музыка такая интересная, да. Пошла какая-то трещалка. Нет, жужжалка какая-то. Что это за инструмент? Мне интересно знать. Вот видите, вот мелодия такая нежная, да, красивая, да. И потом вот это, вот какой-то звук такой, да. Это, наверное, как вот какое-то напряжение. Это, наверное, он этот звук создает. Да, да. Вот он. Это, видать, напряжение в отношениях, понимаете? Интересно, ребятки, интересно. Слушаем дальше, друзья. Очень красиво, ребята. Да, по голосам, по-разному, да? Так нежно звучит. Исполняет, да, по-разному. Очень нравится. И там вот такой припев. Так красиво, да? Не нужно мы, не люби меня, это может уметь. И он навсегда меняет с нуля. Не уходи, baby, не уходи. Друзья, что скажу? Мне очень понравился текст, ребятки. Текст простой такой, ну, хорошо запоминается, ребятки. Текст о любви, ребятки. Мне очень понравилось. Его можно подпевать сразу, ребятки. Понимаете, сразу подпевать. Вот сидишь, например, в кафе где-нибудь, включили эту музыку, да, этот текст. Его легко можно подпевать, ребятки. Музыка очень красивая, нежная. Поет очень романтично, нежно, ласково, ребятки.
Мне очень понравился, ребятки, трек. Очень понравился. С удовольствием послушала, ребятки. Слушаем следующий трек, ребятки.